Что скажете о витамине D3? Витамин D3. Витамин D3 неоправданно, чрезмерно разрекламирован. То есть он не нужен настолько, насколько его продвигает. То есть если вы будете пить комплекс витаминов какой-то, да, где будут все витамины, минералы в комплексе, вы получите гораздо, 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 во много раз большую пользу, если вы будете принимать один витамин D. Да? Поэтому, пожалуйста, не впадайте не становитесь жертвой маркетинга. Ну, да, сейчас очень модно принимать омегу-3, витамин D3 и что еще? Ну и все, наверное, да? Вот эти вот принимают. Друзья, вы пытаетесь решить проблему одним веществом? Комплекс нужен. Нужно выйти на улицу, зарядку сделать, по улице погулять, витаминки выпить в комплексе все. Да просто чуть-чуть голову включите. Нас в Советском Союзе учили всех этому. Здоровый образ жизни. Делайте зарядку по утрам, пейте витамины, правильно питайтесь полноценно, просто полноценно. Все, все. Вот что вам нужно, а не витамин D3. Вы просто будете принимать D3, один витамин, вы наполните себя этим витамином по макушку, а из-за того, что этого витамина избыток, вы создадите дефицит по другим витаминам и создадите себе другие нежелательные состояния. Давайте включаем разумность.